На Нишанском форуме мировых цивилизаций министры и дипломаты из разных стран обсуждали важность цивилизации и культуры. Так, мысли и учения великого Конфуция остаются актуальными даже в эпоху развития искусственного интеллекта и борьбы с климатическими изменениями. Учение великого Конфуция, так же, как и философия всех других великих мыслителей прошлого, современности, совпадает в том, чтобы мы жили в мире, чтобы мы находили общий язык, чтобы мы проявляли доверие друг другу, осуществляли добро и строили общество, основанное на идеях общего процветания, гармонии, единой судьбы. Киргизский политик отметил, что современная китайская культура вобрала в себя принципы конфуцианства, и на этой основе строится процветающее общество. Для молодого государства, такого как Киргизия, это служит вдохновением для создания социальной структуры, где каждый человек может максимально развить свои таланты, подчеркнул Эдиль Байсалов.